Jensen Karjuta! Бойцы Сергея Майкуса. Пара, правила знает, душа. Руки пожали, чекайте. Оба. Ну что, поехали. Первый раунд. Александр Емельяненко, Шимон Байер. Битва на Волге 3. Первое впечатление. Очень легок на ногах. Александр стреляет острым джебом. Достал поляк левым сбоку. Ну, вы знаете, хотел бы дополнить к тому, о чем вы говорили, по поводу той же активности Александра в социальных сетях. Очень много он выкладывает постов в Инстаграм, где... рассказывает о своем тренировочном процессе, и тренировки у него действительно очень разноплановые, очень интенсивные. И, собственно говоря, на этот бой Александр, как сам рассказывал, вышел для того, чтобы вот эту самую великолепную набранную форму использовать как можно чаще и не застаиваться. Нередко, кстати, Александр прямые эфиры включает и общается с фанатами, где все по полочкам разъясняет, что и как он намерен делать дальше в своей карьере. Ну и фактически живет в спортзале в последнее время. Поддавливает Александр Емельяненко. Все мы знаем, как он хорош на руках. Вот, видимо, готовит что-то в такой своей классической раздергивающей манере. Опасается немного польский боец, безусловно, ударной мощи Александра Емельяненко, но, тем не менее, вот наподобие зверя бросается такими истеричными атаками, и Александру стоит все-таки, наверное, руки держать повыше. Ну, или же, если он уверен в своей реакции, просто быть повнимательнее, чтобы не пропускать лишних ударов. Вес, не хочется произносить банальности, но вот не удержусь, произнесу. Вес тяжелый. Любой точный удар может стать последним в поединке. Попадает джебом Александр. Продолжает дергать. Но поляк настроен подраться все-таки. Он и заявлял о том, что хотел бы устроить с Александром настоящую рубку. Ну вот пока что первый раунд, и постепенно входят во вкус бойцы. Ну, в большей степени это касается Александра. Хорошо снизу попадает Саша. Ну и продолжает так играючи дергать. Кстати, стоит заметить, что для Александра, несмотря на то, что он уже успел два боя провести, раз-два. Это бой первый в году, и вот сейчас он близок к тому, чтобы финишировать досрочно. Да! Есть третья победа подряд. Жесточайшая двойка. Прошу прощения, да. Жесточайшую двойку садил Александр в голову своего соперника. Ну и на добивании, конечно же, не оставил поляку никаких шансов. Действительно, Вадим, вы абсолютно правы. Третья досрочная победа после возобновления карьеры. Ну и вот катком по своим соперникам двигается Александр Емельяненко. И обратите внимание, Вадим, даже на замедленном повторе разница между касанием левой и правой, она просто минимальная. Это была очень быстрая двойка. И каждый из этих ударов был нокаутирующим. На фантастической скорости пробил эту комбинацию Александр. Ну что ж, наши поздравления Александру Емельяненко, бойцовскому клубу. И пусть она будет проходить как можно дольше. Ну и выражаем вместе с Александром всяческое уважение к Шимону Байеру за то, что вышел на этот поединок.
принял вызов. Да, ну и продолжая традиции Александра Емельяненко, неоднократно декларировал он свое намерение драться исключительно с зарубежными бойцами, поединки на внутрироссийской арене, имею в виду поединки против соотечественников, Александру неинтересно. Остановки боя 3 минуты ровно первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time, 3 minutes even from number 1. Победу нокаутом одержал your winner by knockout victory. Александр! Да, друзья, это уже 26-я победа в карьере Александра Емельяненко.